У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько было сахабов? Больше 100 тысяч сахабов было. Однако Аллах, субхана ва тааля, упомянул среди ангелов одного сахаба, его звали Убей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к Убей и сказал: «Я Убей, инна Аллаха азза ва джалла, анна рани ан акра алейка сурат аль-байина». «Ва Убей, поясни, Аллах, субхана ва тааля, мне приказал тебе прочитать сурат аль-байина». Не сказал Абу Бакр, не сказал Умар, не Усман, не Али, не Тальха, не Зубейр. То есть все сахабы, которые на языке у нас, мы известные сподвижники. Однако кто? Не Хамза, а кто? Убей. Многие из нас даже его сиру не знают, его жизнь. Тогда Убей сказал мне, Убей Микаа: «Я Расул Аллах. أذكرني الله عندك وعند الملائكة أو الله أو بسانك الله سماني الله لك الله тебя назвал для тебя меня назвал для тебя то есть упомянул мое имя среди ангелов Убей было услышано мое имя ангелами и Аллахом было сказано само и мое имя Убей поименно Аллах меня назвал قال نعم он сказал да فانفجر بكاء и он сильно разрыдался от этого.